Как скачать Safari браузер? Всем привет! В поисковой строке пишем «Скачать Safari». И вот первую ссылку нажимаем. «Скачать». Сохраняем. Вот установщик. Запускаем. Далее я принимаю. Далее здесь снимаем галочки. Вставляем только ярлык на рабочем столе. Далее. Установить. Вот появился ярлычок. Здесь птицу оставляем, готово. Нажимаем настройки. Поисковаем. По умолчанию браузер можно выбрать. Поисковую систему. Последний сеанс можно оставить. Домашнюю страницу. Здесь адрес домашней страницы можно указать. Вместо этого. А где сохранять? Скачанное можно указать. Я на десктоп, на рабочий стол. Внешний вид. Оставляем закладки. Одна галочка стоит. Здесь по умолчанию. Остальное по умолчанию. Пишите свои замечания и пожелания в комментариях внизу. Ставьте нравится, не нравится, палец вверх или вниз. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо, до свидания, всего доброго.